36% преступлений, зафиксированных в Сургуте, это мошенничество. С 1 января по конец июня на удочку злоумышленников попались почти 750 человек. Это на 76 больше, чем за полгода 2020-го. Доверчивые горожане пополнили карманы злоумышленников на 67 миллионов рублей. Самым популярным способом обмана по-прежнему остаются звонки от псевдобанкиров. С наступлением лета растет и количество мошенничеств при бронировании авиа и ЖД-билетов, отелей и туров. Полицейские просят жителей не совершать переводы на непроверенных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам для оплаты каких-либо услуг. Если же речь идет о звонках из кредитных организаций, советуют как можно быстрее завершить текущий разговор и позвонить на горячую линию своего банка. Необходимо нам перезвонить в банк уже и уточнить, с какими вопросами они обращаются. Так как мы знаем, да, нам доводят даже в отделениях банков, что ни в коем случае работники банка не звонят, не спрашивают какую-либо информацию, а также не просят они продиктовать какие-либо коды, номера на банковских счетах и так далее. То есть необходимо нам самим перезвонить в банк и уточнить, для каких целей им нужна эта информация. Полицейские отмечают, что раскрыть дистанционное преступление непросто. Чаще всего злоумышленники звонят из других регионов, а иногда даже стран. Если подозреваемого задержали, то вернуть потерянные деньги зачастую невозможно. С помощью целой сети переводов средства обналичивают, их след теряется. Обязать возместить ущерб имеет право суд, но процедура имеет шансы растянуться на долгие годы. Возместить ущерб добровольно может и подозреваемый в надежде на снисхождение при вынесении приговора. Правоохранители предположили, почему мошенникам по-прежнему удается обманывать жителей. По версии стражи порядка, выманивают средства те, кто хорошо знаком с психологией. Чаще всего происходит звонок в то время, когда занят чем-либо абонент, либо в ночное время. Поступающий звонок в ночное время чаще всего говорит о том, что какая-то беда вызывает повышенную тревогу. А в данном случае мошенник выступает как спасатель. То есть он сообщает о том, что да, возможно, происходит что-то, если берем банковские счеты с вашей кредитной историей, и выступает спасителем, говоря пошаговые инструкции, что необходимо выполнить.